Нейрохирургия – одна из самых сложных отраслей медицины, что занимается диагностикой и лечением заболеваний нервной системы и ее структур. Высококвалифицированные врачи не только проводят операции на головном мозге, но и приходят на помощь в случае боли в спине, невралгии тройничного нерва и при травмах позвоночника. Нейрохирургом я работаю уже 4 года. Мы выполняем такие операции, как микродискектомии, стенозы позвоночного канала, удаление опухолей, гемангиомы. Вот уже более полугода стационар Видновской районной клинической больницы работает в привычном доковидном режиме. Нейрохирурги проводят операции разных уровней сложности. При необходимости пациентов направляют в центральное отделение маньяки. Но с появлением современного микроскопа возможностей у врачей стало больше. Сейчас практически, наверное, процентов 80-85 операций мы его подключаем, иногда не на все этапы, на самые сложные, самые важные, иногда полностью операция выполняется под микроскопом. Нейрохирургический стаж Сергея Шипелина уже более 15 лет. Использует в работе микроскоп порядка 10, но применять оборудование такого уровня до этого возможности не было. Каждый раз что-то открываешь для себя новое и глубже понимаешь определенные проблемы, с которыми ты встречаешься не первый год. Современный нейромикроскоп с навигационной установкой позволяет врачам удалить новообразование из труднодоступных мест и провести операцию с максимальной точностью и минимальным травматизмом. Безусловно, мы радуемся каждой, даже маленькой победе, а это, я считаю, большая победа. Вот, когда мы расширяем диапазон наших возможностей, ну и, соответственно, каждый человек, когда выписывается, уходит, выражает свои слова благодарности. Это добавляет еще больше желания помогать людям, помогать всем, кто нуждается в нашей помощи. Новое оборудование стоимостью в 21 миллион рублей поступило в рамках реализации национальной программы здравоохранения. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.